Здравствуйте, коллеги! Продолжаем наш творческий полет с песней по резьбе. Сейчас я вам покажу, как я вырезаю голову у соболька. Естественно, соболь у нас стилизованный. Вот вы видите, как он выглядит. Вот так вот, да? Вот эту часть я вам показывал вчера. Заднюю часть и саму ручку. Вот на этом соболе я уже эту сторону подрезал, все так же, как и на той стороне. Давайте с головой будем разбираться. Здесь я обозначаю серединку, своеобразный такой у меня маячок. Все-таки голова должно. И вот стороны я тоже обозначаю вот так вот, чтобы было видно, пропорционально ли срезаю. Ну а теперь, как обычно, с песней по резьбе. Молодец девицу ведет под венец.
голливудский сказочный жизненный натюрморт. Ну да ладно, что ж, зато в сердце комфорт. Голливудский сказочный жизненный натюрморт. Ну да ладно, что ж, зато в сердце комфорт. Осенний вальс, глаза в глаза, чувства в уютные зеркала, в них отражается звезда с хрустальной скрипкой. Осенний вальс, примут неон, волны FM, лиричный звон, поет природа, микрофон грустит с улыбкой. Осенний вальс, глаза в глаза, чувства в уютные зеркала, в них отражается звезда с хрустальной скрипкой. Осенний вальс, примут неон, волны FM, лиричный звон, поет природа, микрофон грустит с улыбкой. Осенний вальс, глаза в глаза, чувства в уютных зеркала, в них отражается звезда с хрустальной скрипкой. Осенний вальс, плимут неон, волны FM, лиричный звон, поет природа, микрофон грустит.